В Тюбинской области открылись две школы. Первый объект презентовали в пригородном поселке Акшат. Точно такую же школу построили по программе «Нурлыжол» в микрорайоне Балашак. Глава региона осмотрел просторные классы, столовую, библиотеку и спортивный зал. Новая школа нам очень нравится, светлая и большая. Мои ученики тоже очень рады. Для детей и учителей созданы все условия для успешной работы. Новые парты, интерактивные доски.